Если хотите первым добраться до хранилища, сперва придется устранить конкурентов. Владов, не обязательно быть хорошим если стрелком. Если нужны лекарства, достаточно подходим и берем. Как можно больше пуль. Эй, не пора ли нам в путь? Пора убираться отсюда. Thank you.
Лучшая защита не нападение, а добротная защита. Купите себе щит. Без снайперского пульта не более чем парень цветов. Найдите пульт, который подходит именно вам. Вас ждет хорошо вооруженный противник. Купите себе достойную пушку. Не позволяйте алому копью взять верх. Купите себе оружие лучше, чем у них. Если что понадобится, свистни, хорошо? Говорят, ты ищешь хранилище. Допустим, это не полный бред, и оно существует. Что ты будешь делать с сокровищами? Здесь все равно ничего нет, кроме грязи, оружия и пыли. Здравствуйте. На панели наград в Новой Гавани доступны новые задания. Меня ведь мама не в хлеву родила, знаешь ли. Ну, вообще-то в хлеву, но я не об этом.
Ты же не веришь в эти глупые россказни о некой волшебной двери, за которой всех нас ждут огромные сокровища, же, правда? Плюс. Обязательно быть хорошим стрелком. Достаточно выпустить как можно больше пуль. Пожалуйста, не стреляйте! Не стреляйте, не стреляйте, не стреляйте! Пожалуйста, 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 пожалуйста! Ну и ну! Похоже, ты умеешь приспосабливаться. Хранилище, сказка, которая призвана давать надежду отчаявшимся. До скорой встречи. Эй, поехали, дружище! Меня. Пожалуйста, не стреляйте! Не стреляйте, не стреляйте, не стреляйте! Пожалуйста, 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 пожалуйста! Не работает! Купи аптечку, не пожалеешь! Ура!
Ага. Если нужны лекарства, подходим и берем. Пожалуйста, не стреляйте в меня! Пожалуйста, не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте в меня! Что-то не так. Чем могу помочь? Скутер просил передать, что у него есть кое-что такое, о чем он хотел вас попросить. Лучше вам с ним лично поговорить. В новой гавани доступны новые задания. До скорой встречи. Здесь у нас живут машины. Выбирай по вкусу. Слушай, я из сил выбиваюсь. Ты уж дождись своей очереди. О, так ты ищешь хранилище. Знаешь, у меня есть участок на побережье в районе убежища. Продам его тебе по дешевке. Даже яхту с ним подарю, если о цене договоримся. Давай, до встречи!
рванем! Надоело ходить. Давай, повеселимся. Эй, смотри. Thank you.
Да, я люблю. У меня отлично получается. Моя.
оружие Маливан шокирует сильнее, чем любые его конкуренты. Выбери себе машину. Такси Блюз. Эй, не пора ли нам в путь? Поехали, дружище! Отправляемся в путь! Давай рванем! Пора убираться отсюда.
Я говорю. Леди со шрамами на лице, кажется, считает, что мы с тобой ищем одно и то же. Тебе лучше быстро прийти ко мне, чтобы показать найденный тобою артефакт. Вашей ДНК дан доступ на ржавые земли. Подождите, я открою ворота. Аптечку. Не пожалеешь? Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами? У нас постоянно обновляется ассортимент. Ждем вас в наших магазинах. Владов, не обязательно быть хорошим стрелком. Достаточно выпустить как можно больше пуль. Недорогое, надежное, легковесное оружие с очень высокой скоростью перезарядки. Тедиор изготавливает простое в использовании оружие. Вас ждет хорошо вооруженный противник. Купите себе достойную пушку.
Надеюсь, тебе удается избегать всяких подозрительных типов. У нас есть дела поважнее, чем охота за сказкой. Хранилище не существует. Будь осторожнее.
Да, почувствуй это. Что тут у нас?
Пора ли нам в путь? Отправляемся в путь! Поехали кататься. Это ты забыла?
хватит бродить пешком. Заходи, я не кусаюсь. Колеса обычно всегда лучше каблуков. Хотя бы каблуков. Ну да ладно, хватит бродить пешком. Езжай на машине. Смотри и береги себя!